фундаментально буп и сбивается как шарик, гляньте. Майнивны с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Мамикс. Это 100 тысяч литров слоновой зубной пасты уничтожили дом. Вот такие вот дела, вы очень просили посмотреть этот ролик, я не против, посмотрим. Тем более он вышел прям в день моего дня рождения, поэтому надо посмотреть, погнали. Если зайдет, будем надо смотреть Мамикса, посмотрим. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Зеленка, блин, все понятно. Если что, про автобус я сам смотрел. Но я же думаю, будем смотреть же этот ролик, он актуальней. Блин, я помню, в свое время очень хайповали всякие вот слоновая паста, слоновая зубная паста, да? Почему слоновая зубная паста? Почему у меня зубная паста? Представляю вашему вниманию долгожданный эксперимент на 13 миллионов подписчиков. Это... Прикольная идея, то, что они сделали в шапке канала, вот типа, скажем, тайм-род, типа то, что будет происходить дальше. Очередной миллион на нашем канале. Родмап, вот так, правильно. Мы тратим на этот ролик очередной 1 миллион рублей. Это, скажу я вам так, очень много. Что вы понимали? Просто возьму это все в руку. Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, очень-очень-очень масштабный эксперимент? Да, сегодня будет. Говорят, хорошая сегодня сумма, будет. Хорошая. Все эти денежки мы просто вольем, прокакаем на видеоролик. Просто для того, чтобы вас порадовать. Главное, чтобы он окупался, оно окупится. Я думаю, просто так они бы это не делали, окупается, если дело. Ну это классно, на самом деле. Вообще заявлять эту тему. Поэтому теперь вы видите, что это действительно так работает. Развлекательные ролики — это хорошо. Подписчиков мы проводили масштабный эксперимент на 100 тысяч рублей, и сейчас на миллион. Поэтому что я могу сказать? Подписывайтесь! А будет на 20 миллионов за 10 миллионов масштабный ролик. Вот это было бы интересно. На канал, чтобы ускорять следующие ролики на 100 тысяч подписчиков и на миллион. И, кстати говоря, уже очень скоро на шапке канала вы сможете увидеть, какой эксперимент будет на 14 миллионов подписчиков и все эксперименты на 100 тысяч подписчиков, которые будут идти до него. Ну что, прикольно, Егор, прикольно. Иди трать деньги, у него сегодня самая кайфовая задача. Ну все, всем пока. Больше на канале не появляются. Пожалуй, сегодня я больше не появлюсь. Поехал на Мальдивы. Всем пока. Какие ролики? Зачем они потрібні? Потрібні — это нужны с украинского. Эти 150 тысяч рублей мы потратим на 2000 литров перекиси. Ё-моё. Это сколько можно было бы ранок дезинфицировать? Одна такая канистра весит 34 килограмма, а здесь их 67 штук. Обалдеть. Легенько. Здравствуйте. Нужно 300 тюбиков голубого красителя. Запросто. 32 400. 32 тысячи на краситель. Я думал, это будет меньше в объеме. Это же не все. Самый дорогой. Но хотя бы красителей не так много. Клиент, который мы купим, это йодистый калий. Нам его понадобится 125 килограмм. За него мы отдадим 500 тысяч рублей. Ё-моё, дорогой, конечно, продукт. Но, на принципе, понятно. Прикольные такие упаковки. Похоже чем-то на эти салютные упаковки. Вот только это видел, когда Большой Союз запускали, бывают такие или квадратные, или круглые. Куплены. Едем проводить наш супер эксперимент. Фери? Или не нужен фери? Мы уже весь ангар облепили полиэтиленом, потому что мы понимаем, что сегодня ангару будет просто задница. Мы прекрасно понимаем, на что мы идем. Мы как минимум знаем, что этот эксперимент будет в 10 раз масштабнее предыдущего. Нам страшно за ангар. Самое главное, где-то посреди этого ангара мы построим дом. Дом, да. Кстати говоря, мы уже начинали строительство дома. Мы планировали сначала провести этот эксперимент на улице. Мы построили каркас, мы все сделали, в итоге оказалось, что там будет плохая погода. Поэтому сегодня мы будем проводить этот эксперимент в ангаре. И это страшно. Но перед тем, как мы перейдем... Ё-моё, мне кажется, почти весь ангар будет заполнен этим чудом. К масштабным экспериментам. Может, там от одного автобуса сколько всего было. В маленьком масштабе. Мини-домики. И при помощи программы с 3D-проектирования мы
сделали нам вот такую вот модельку будущего дома. 3D-модельку будут делать? Точнее, господи, из пластика? А, картона, прикольно. Самый масштабный эксперимент. Кстати, внутри он тоже заполнен. Тут имеется мебель, комнаты, коридор, вход, лампа такая... перекись водорода и йодистого калия. Сюда наливается перекись водорода, сюда йодистый калий, и вот так это будет переворачиваться. Прикольно, миниатюрный пойдет. Эксперимент. Для этого надо было им снять, короче, в макро, типа, это настоящий дом. Просто более качественно бы сделать. Такие, это настоящий эксперимент на 1 миллион. Горит йодистый калий, вода и перекись водорода. Далее добавляем краситель и ферри. То, что произойдет с нашим домом, вы сможете понять вот на основе этого. Деформация не такая же будет, потому что соотношения слишком разные, материалы разные. Но именно объем вы сможете понять. Теперь добавляем воду в калий. Теперь главное не пролить. Также от нашей конструкции идет веревочка для дистанционного запуска этой реакции. Раз, два, а ну-ка. Три. Оу! Если смотреть по масштабам, это обалдеть! То, получается, у нас заполнится весь ангар. Получается, весь ангар будет, да. Еще один эксперимент, еще один мини-эксперимент, но уже сделать этот домик раз в 10 больше. Та-дам! Здесь сейчас прикольно. Будет точно такой же объем, как... Блин, даже этот домик, даже сколько времени на него потратить Форме. Надо? Ну, собственно, технология тут точно... Не, ну, Мамикс как... молодец, он сейчас начал делать более масштабный эксперимент, это круто, потому что у него был момент, когда я его перестал смотреть, потому что мне его эксперименты как-то чуть-чуть не нравились, не знаю, вот как-то не было у меня азарта его смотреть. А вот это интересно, блин. Появляется опять этот азарт. Это классно, это классно. В наш аквариум ферри. Осталось добавить краситель. Ну и перемешиваем эту бодягу. Мешаем. Блин, ну синий краситель такой красивый. Они собирают эту крышу, я уже не могу. Я боюсь отпустить. Там маленькая капля, и все испортится. Сейчас будет бум. Раз! Сейчас будет много. Два. Три. Текай! Обалдеть! Знаете, он сейчас с зеленцой такой идет сначала, почему-то краситель. Обалдеть! Оно в раз... Раза в 3-4 больше, чем дом. Если не в 10, блин. 8 или 9. Прикольно. Это детское счастье. Детская радость. Блин, ну это будет очень масштабно. Блин, тут дом такой прям нормальный. Я что-то думал, что дом будет поменьше. Представьте, мы построили, сели дом 6x6, высота 5,5. Такой огромный для масштабной роли. Ну 6x6, 36 метров квадратных, вполне, слушайте. Размер примерно однушки. Ну в объеме больше, чем однушка, ясно дело. Хотя бывают однушки поменьше. Квартира-студия, где-то или однушка, вот, да. Примерно такая, в большая однушка. В доме большая крыша готова. В этой квартире мы, по сути, уже провели очень много экспериментов. И это, наверное, будет самый последний день этого дома. Ну, вы помните, что произошло с маленьким домом, у него просто выломало стену. Здесь, скорее всего, произойдет примерно то же самое. И самое главное, хоть эта квартира была уже готова давно, все вот эти комнаты, они уже стоят. Так жалко, сколько работы. Этого, вся эта вот локация, ну, довольно уютненько. Это была всего лишь декорация. Сейчас же это можно назвать полноценным домом. Не только внутри. Даже входная дверь нормальная. Но и снаружи. Настоящий вау, дом. Слушайте, выглядит прикольно. Пока
настраивал все. Блин, это дом, очень крутой подход, уже были ладно. Реактивы, вот они стоят здесь. Это, мать его, 2 тонны. Это если сложить все реактивы, то это получится порядка 3 тонн. А то, как увеличивается объем вот этого всего. В объеме, вы знаете, вы видели, как это происходило. Когда мы заливали вот такую маленькую баклажку, она увеличилась в размерах раз в 100. Я думаю, будет задница этому дому. Могу сказать так, что я уверен в том, что ангар заполнится этой пеной полностью. По сути, ребят, уже все. Как подалось это убирать? Вот вопрос. Долго ли она сходит? Вот это интересно. Жалко, что они это не показывали. Они не говорили, сколько сходит. Примерно эта пена оседает. Вот, не сходит, оседает. Самое пугает, что такие масштабные поделки, они внутри дома. Давайте я сейчас покажу, как работает наша конструкция. Для этого надо подтянуть вот эти два веревки. Максим, когда будет отрезать, будет вот так. И все, химия перемешается, тут будет бум. Надувать будешь? Надувать? А как иначе? А, его надувать надо, это просто он фиксируется. Все, осталось только заткнуть дырки в бассейн и по сути все. Все, наши бочки в боевой готовности. Кстати, ребят, одно из самых важных. Мы так и не сказали про то, что это дом номер 13. А почему 13? 13 квартир. А, 13 миллионов. А все это потому, что на канале 13 миллионов подписчиков. Вон голову чувака, голова примотана скотчем. Скотч-то нормально, надежно. Сейчас мы берем синий краситель и выливаем в отдельные ведрышко. Это делается для того, чтобы мы могли просто взять и разом вылить весь краситель. Это будет побыстрее, ясно. Мне кажется, руки потом не отмоешь от этого красителя. Надо поставить за эту работу. Так, краситель весь выжат. Теперь нужно его весь для начала аккуратно донести, а потом вылить в бассейн. А, вот почему он свинцой давал, потому что ферри зеленая. Поэтому оно не сразу было синенькое. Понимаешь, что уже близко. Это уже почти финал. Да. Я жду не дождусь на самом деле. Ну да, очень интересно, что же там получится по итогу. Все держится. Все четенько. Прикол в том, что от этой конструкции, по сути, зависит все. Если она вдруг сейчас, в какой-то момент, решит перевернуться раньше, во-первых, эксперимент пойдет через задницу, и жизнь всех нас тоже пойдет в задницу. Но мы же профессионалы своего дела, правильно? На самом деле, шутки плохи, потому что перекись очень опасная тема. Поэтому мы надеваем вот такие вот полиэтиленовые костюмы. Ну, правильно, нет, это правильно. И заливать все это будет ограниченное количество человек. Только те люди, кто очень хорошо защищены. Ну тут правильно, нет, безопасность-то важно. Это вам не шутки. Перекись в большом количестве, это, конечно, опасно. Понимаете, как прикольно пузырится. Когда бассейн вот-вот уже скоро наполнится, становится реально страшно. Обычно в таких масштабных экспериментах, мне кажется, а получится ли, а сработает ли? А здесь я практически... Наверное, сработает, судя по первым кадрам. Сработает как надо. И как раз таки от этого страшно. Это огромный дом в огромном ангаре. Осталась последняя канистра. Мы уже на финишной прямой. Уже совсем скоро мы оборвем эти веревки и начнется взрыв. Представляете, если сейчас бы оборвалась, это был бы, конечно, вообще не прикол. Ну что я могу сказать? Мы в гале, перекиси, ферри и красители. Короче, в дерьме. Перчатки, будучи... Судя по свету, так оно и есть. Вот такими вот. Ну что, ребят, до начала эксперимента осталось буквально считанные секунды. Да! Самое страшное, что, скорее всего, сейчас действительно разнесет квартиру. Скорее всего, но не факт. Но в любом случае, мы сейчас вам обеспечим самую масштабную в мире реакцию
слоновьей пасты. Мы пересмотрели весь YouTube, такого масштаба не было нигде, даже за рубежом. На такую сумму никто еще не покупал этой фигни и не делал с ней такие реакции. Самое главное, основная цель всего вот этого — не просто сделать реакцию внутри квартиры. Все стены будут сдерживать давление, у пасты просто не будет никаких вариантов выхода, кроме как просто сломать этот дом. Я, кстати, на всякий случай вот набрал. Мне почему-то кажется, что окно где-то лопнет. Блин, капец, первым делом. Я надеюсь, мы соседей не побахнем этой пеной. Боюсь реально, что мы сейчас заденем соседей. Вот, я вот встану, она не пройдет вот так вот. Я жду того момента. Ты не пройдешь. Мы уже достанем оттуда камеры и посмотрим на то, что вообще там было. Вы готовы? Да! Три! Давай! Один. Ой, страшно. А ну-ка, ну проломит где-то, что-то проломится. А там двери открыты везде. Ё-моё. Оно реально стены проломило. Гляньте, давление, стены просто бум, взбухли. То есть даже, видите, оно еще даже не дошло, оно сбухло. То есть это чисто от давления воздуха даже, не от давления жидкости. Потому что воздух не успевает выходить в том количестве, в котором появляется новая, ну, не жидкость, даже не знаю, пена вот эта. Посмотрите, реально, буп, и взрывается как шарик, гляньте. Обалдеть. Снесло воздухом камеру, видели? Опять же, не дошло даже до нее. Поехали! Давай! Давай, сейчас произойдет! Капец, весь ангар заполнило! Жесть, будет какой-то катаклизм. Они, наверное, не ждали настолько большой силы. Гляньте, оно их просто накрыло. Мне кажется, никто не ожидал настолько большой силы. Какого хрена? Пацаны, что это было? Я стою в ней в лицо! Лица протирайте. Жесть! Мне кажется, нереально, нужно было больше защиты поставить. Ее не хватило от этого потока, оно просто безумным потоком полилось. Еще прям в их сторону. Меня накрыло, я побежал и еще не видел. Но это, в этот момент было стремновато все равно, мне кажется. Я просто стоял, снимал слоумо, а оттуда ветер, ветер просто в меня выло. Я просто бежал. Жесть. Вот этот момент без него просто. Я вижу, что какой-то конец света начинается. Я оказался внутри-то. Я тоже. Представляете, если бы это сработало, когда они были там внутри? Ну, как бы воздух теплый пошел, я разворачиваюсь, и все, пелена. Ничего не видно, куда бежать. Все спотыкаются, падают, я готов. Тут не то, что дом заполнил, а тут целый ангар, да еще на улицу вылетело. Ребята, это просто жесть! Вот как это потом, когда оно осядет? Мне тут интересно, а там скажешь хотя бы, сколько оно осаждалось? Мне кажется, соседние, которые владельцы ангара, были очень рады и довольны этому эксперименту. Надеюсь, они хотя бы какую-то компенсацию заплатили им за эти приколдесы. А блин, где вы еще нахрен такое увидите? Я просто в шоке. Опять свет, да ну нахрен.
Я просто не представляю, что там внутри творится. Ребят, вы просто посмотрите, во что мы превратили 1 миллион рублей. А просто представьте, что будет со следующим миллионом. Я думаю, вам просто нужно взять сейчас и подписаться на этот канал, чтобы увидеть весь такой масштаб. Мы снимем еще просто кучу роликов. Ребят, все в ваших руках. И после всего вот этого, вы хотите сказать, что такое вы где-то увидите? Конечно же нет. Вы подобное сможете увидеть только на нашем канале. Эпично, эпично. И с каждым миллионом будет все круче. И круче. Поэтому подписывайтесь. Что, реально конец? Не скажут, сколько осаждалась пена? Дальше будет разрыв еще сильнее. Обещаем, ребят. Нет, я хотел узнать, сколько будет осаждаться. У меня теперь очень это интересно. Мы дождемся завтрашнего дня и посмотрим, что там вообще произошло, потому что вообще непонятно. Я не знаю, как мы сможем вообще сейчас закрыть ангар или нет. Или пена такая: нет, уходите отсюда. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Что, даже не покажут? Всем спасибо за просмотр. Покажут. Всем удачи и всем пока! Утро. Фух, показали. Ну мне же интересно было. А... Все-таки скотч не сработал. А ну за ночь оно осело. Окей. Ё-моё, гляньте, как оно проломило просто стену. Жесть. Блин, ну это было эпично, эпично. Очень круто. Ребята, не, ну тут что я могу сказать? Подписывайтесь на канал Мамикса, ссылка на него есть в описании. Здесь он больше не будет забивать на канал и переходить опять на другой канал, потом забивать на этот канал, переходить на третий канал. Надеюсь, это реально уже последний раз у него такой вот приколотез в голове происходит. И подписывайтесь на мой канал, если мне нравятся реакции вообще. Вот. А так, что я пошел. Всем удачи, всем пока.